Спорт объединяет. Сегодня они работают в команде, впрочем, как всегда. Только задача в этот день не в контроле налогоплательщиков, а стать быстрее, выше, сильнее. Это 10-я юбилейная спартакиада налоговых органов Московской области. Команды выходят на торжественное построение. Соревнования начнутся совсем скоро. Эта спартакиада проходит в преддверии нашего профессионального праздника. За трофеи приехали побороться финалисты, прошедшие отборочные состязания во главе с управлением налоговой службы по Московской области. В числе лучших межрайонная инспекция номер 16 городских округов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и Звездный городок. Как принимающая страна, достаточно у нас крупный спортивный комплекс. Есть что нам показать, есть как себя проявить. Поэтому выиграем мы, не выиграем, это уже второстепенный вопрос, потому что мы прежде всего здесь все участники. Мы объединяемся, мы все собираемся. Поэтому это очень важно, встречаться. За историю проведения соревнований инспекция номер 16 отправила много главных трофеев в копилку достижений. Лучшими становились и в шахматах, и в теннисе. На этот раз щелковской команде выпал шанс продемонстрировать свою меткость в дарте. Всего же участие в соревнованиях приняли 12 команд. Помимо дартса соревновались финалисты в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах. И не случайно на щелковской земле. В одном из лучших спорткомплексов региона состоялись эти состязания. Символично, что вот именно первая спартакиада налоговых органов Московской области проходила здесь. Тогда еще был не городской округ Щелково, наверное, Щелковский муниципальный район, в этом же спортивном, замечательном спортивном комплексе. Мы очень благодарны и власти, местной власти, законодательной, исполнительной, и, конечно же, руководству этого замечательного спортивного комплекса, которые нас радушно встречают и помогают нам в организации проведения такого масштабного мероприятия. Это инструмент популяризации массового спорта, вовлечения в него трудовых коллективов и профессиональных сообществ. Хорошая физическая подготовка, выносливость и целеустремленность – то, что помогает преодолевать препятствия, достигать определенных результатов не только в спорте, но и в целом на жизненном пути, в том числе в трудовой деятельности. Налоговые органы региона – дружный большой коллектив. Свыше 6 тысяч профессионалов своего дела, 29 инспекций, а также в состав входит инспекция космодрома Байконур. Спартакиада объединяет неравнодушных к спорту людей, которые привыкли работать на результат. Самое главное в любом труде – сплоченность и командный дух. Это продемонстрировали все участники. Ярким и торжественным стал финал соревнований, церемония награждения. В каждой из представленных номинаций награда нашла, как говорится, своего героя. Однако безоговорочным победителем, впрочем, как всегда, стал спорт. И в этот день команды получили не только медали, но и зарядились отличным настроением. Такого заряда определенно хватит еще на год, до следующей спартакиады. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.